Доброго всем! В этом видео речь пойдет о восстановлении резьб крепления форсунок, расположенных в постели распредвалов ГБЦ, в данном случае Hyundai Starex, двигатель D4CB. Видимо, хозяин или моторист, кто там и когда менял форсунки, чрезмерно обтянул их, да так, что при очередном ремонте оказалось, резьб нет, а местами отверстия превратились в овалы. Хозяин же авто не пожелал, чтобы в постель ставили так называемую пружинку. Опасался, что их постигнет та же участь. Наше убеждение, что с ними ничего не случится, если затягивать болты согласно рекомендациям, не убедили клиента, и он настоял на восстановлении резьб при помощи стальных футеров. Хотя с дури можно выдавить, конечно же, и их. Желание клиента выполнимо, и мы стали воплощать его в жизнь. Для начала расточник координатно-расточного станка Виталий закрепляет постель на станине станка, выверяет ее по плоскости и обжимает. Затем он исправляет эллипс на бывших раздолбанных резьбах и задает направление по координатам. Правит он отверстие при помощи фрезочки диаметром 8,5 мм. Теперь он берет сверло диаметром 9,5 мм и, задав станку оборота 480, рассверливает отверстие под будущую резьбу М11 шаг 1,5. Именно с такой резьбой у нас будут стальные футеры. Внутренняя резьба гужина останется стандартной М8. Естественно, проходит этим сверлом все отверстия креплений форсунки. Пока Виталий делает свою работу, другой токарь, и тоже Виталий, изготавливает нам футерки заданных размеров. Он уже почти заканчивает свою работу, да и мы не отстаем от него. Виталий взял соответствующий метчик, то есть М11 шаг 1,5, и приступил к нарезке резьб. Метчик перед этим обязательно обильно смажет маслом. Направляет его в отверстие, и при этом очень удобно использовать в этом случае станок. Конусным центром поджимает метчик и нарезает резьбу. Пока Виталий заканчивает с резьбой, подоспели и футерки от токаря. Навинчивает футерку на оправку и очищает резьбу от масла. Обливает растворителем резьбу и щеточкой проходится по всей ее длине. Это он делает для того, чтобы посадить наш гужон на фиксатор резьбы. Стоматологической лопаточкой, слово очень удобная вещь и часто нас выручает в разных ситуациях, наносит фиксатор резьбы в резьбах постели. Также наносит фиксатор и на резьбу самой футерки. Этого вполне достаточно, жидкость растечется по резьбе, да и во время закручивания она равномерно распределится по всей ее длине. Завинчивает футерку до упора. И снимает оправку.
Подобным же образом поступает со всеми отверстиями. Ну а на этом в принципе все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок.